Ребят, всем привет. Отчет по УАЗику, по антифризу. У нас тут лютые холода наступили. 40 с копеечками в Тюмени, по 37. Стоит актировка, дети не ходят в школу. Зима, одним словом. Значит, что касается по УАЗу, по антифризу. Значит, созвонились с дилером. Ситуация такая. По многим дилерам, нижегородский, я так понял, тосол пришел. И тосол просто говеного качества, который, в принципе, свои свойства как бы держит, но у него вот теряется окрас, и он становится вот таким молочным. Дилер что мне заявил? Да, действительно, они как бы приняли свой косяк, что на самом деле такая проблема есть. Привози машину, мы тебе поменяем это все абсолютно бесплатно, но антифриз будет тот же самый. Смысл мне этот бульон, опять эту жижу заливать, я думаю, никакого нету, поэтому сегодня мы купили антифриз новый, зеленый, Г11, и завтра, я думаю, будем промывать. Здесь на мойке прямо мы это все дело прольем, зальем новый антифриз, ну и прокатимся, посмотрим, уйдет проблема, нет, но я думаю, все-таки дело в антифризе. Спасибо вам, кстати, за комментарии, за подсказки какие-то там, за переживания. У вас есть у вас. Полет нормальный, едем дальше. Всем удачи, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки.